Читка вот такая вот, ну, вот такая зажатая, короче. Вот, все это как у нигеров. Что ты вообще по этому поводу думаешь? Что это, ну... Ну, не, ну... Это нормально? Безусловно, тенденция оттуда будет идти, как бы. Я вот, ну, делаю трэп, но я делаю, типа, трэп социальный такой, типа, то есть, как интеллектуальный трэп, которого там в Америке вообще нет такого. Ну, то есть, как бы, там никто не делает интеллектуальный трэп, они вообще считают, что это несовместимо. Вот. А, то есть у них типа. А если брать, ну, то есть, как бы там у нас, не знаю, много исполнителей, они пытаются копировать даже смысловую нагрузку текстов. Но поскольку у нас культура совершенно другая, люди по-другому думают, живем мы по-другому, поэтому как бы пытаться интегрировать сюда стиль жизни американский, не совсем как бы удачная идея. Вот. Здесь надо все-таки. Основываясь на внутренней как бы обстановке, делать что-то. Поэтому это скорее проигрышный вариант, делать полную копию западного, аналог западной музыки. Вот, надо как-то все-таки ее пытаться немножко, как это сказать, интегрировать сюда. Вот, интегрировать на под местный, Менталитет, но не менталитет, ну как-то да. Реалии. Короче, реалии. Свое видение, мне кажется, вставить. Ну, туда, ну, в общем, вот. Да. Вот. Просто многие из рэперов чистые сказочники вообще. Ну, то есть, как бы, читают они существующим, там, не знаю, придумывают сказки. И, в общем, если брать черных, то для них это как бы проекция реальности. То есть то, о чем они читают, они по итогу получают вообще для всех. Музыкантов это так и есть, как бы, то есть любая, то есть если все, что ты написал, все, что ты прочитал, все, что ты поешь, это является некой проекцией реальности на будущее. То есть это рано или поздно с тобой произойдет. Вот, поэтому, когда у нас читают гангстерские текстики, вот. Слышь, надо же в словах не уверенность в том, что происходит. Ну, потому что как бы это не настоящее. Вот, потому что, ну, реально, ну, я вообще не приветствую гангстеризм, это вообще полный бред. Вот. И действительно настоящие как бы, люди, которые мутят дела, они никогда не говорят о своих делах нигде. Вот. Поэтому как бы это тупо немножечко со стороны молодых рэп-исполнителей рассказывать о своих каких-то там внутренних раскладах не совсем здоровых. Вот потом, ну, как бы мы в ответе за тех, кого мы приручили, ну и например, если брать там группу «Кровосток», я бы, например, не хотел, чтобы те, кто меня слушает, ну, как бы, как сказать, впитывали вот именно вот эту культуру. Ну, потому что парни сами из интеллигентной семьи, как бы, вот, и, в общем, никакого отношения к этой вот блатной теме не имеют, просто эксплуатируют ее, вот. А дети, они не понимают, что это все не всерьез, что это арт-проект. Они это все воспринимают очень буквально. Вот, поэтому это тоже такой безответственный немножко момент.